всем долгожданный масштабный привет. Слышал и читал в чате, что меня потеряли. На самом деле все нормально, друзья. Много работы, я все читаю, слежу, смотрю, наблюдаю. Так что не переживайте, со мной все в порядке. Ну а за окном весна, организм заряжается драйвом. И в преддверии будущих проектов я готов для вас приоткрыть небольшую завесу тайны. Первое и самое главное, что произошло, это встреча с моим другом и бизнес-партнером Максимом Тарасовым, который, несмотря на всю свою занятость, прилетел ко мне в гости. Обсуждение ближайших релизов компании 128, творческие посиделки и планы на будущее. Далее не для слабонервных. Сипука коробки официальных дилеров Ивата. И что такое 128, во всех подробностях расскажет Максим. Итак, поехали. Сейчас на ваших экранах растворитель R28 для составов на масляной основе, а также тестовые образцы эффектов грязи от компании 128. Наконец я закончил проект СУ-122 и время перейти к серьезной работе. Я готовлю 7 этапов моделизма по нашей и немецкой технике. Но сегодня мы с вами поговорим про планы на будущее, и все уже заждались нашей продукции. Спешу всех обрадовать, продукция уже разлита и скоро пойдет в продажу. Самый главный упор не только на сам состав, но и на упаковку. Новый образ модельной химии в России – это как стиль жизни и творчество. По соображениям, я не могу раскрыть все планы и все задумки, но обещаю, что ждать осталось недолго. Итак, это было небольшое отступление, ну а теперь давайте поговорим про создание ходовой части самоходной установки СУ-122. Я еще раз хочу повторить, что вся модель выполнена нашей продукцией. Ну, соответственно, конечно, кроме краски. Ну а теперь у нас есть и краска. Ну, на тот момент, к сожалению, не было. Итак, перечисляем. Модель была загрунтована, модель была покрашена, на модель были нанесены эффекты сколы, поверх эффектов был нанесен зимний камуфляж, была разработана смывка в цветовой гамме, которая будет применяться непосредственно для зимнего камуфляжа, ее я демонстрировал, как сделать самостоятельно, а также один из самых важных составов – это грязь. Сейчас вы видите, как я с помощью иголки наношу ее на модель. Она спокойно растворяется нашим премиум растворителем R28, а также White Spirit. Ее основу мы держим в секрете, так как это некое ноу-хау, и оно не имеет резкого запаха. Так что при работе вы не будете испытывать дискомфорт, а будете получать только максимум удовольствия. Для демонстрации я вам показываю всего лишь два цвета. На самом деле у данного состава будет хорошая палитра цветов. Ну и, конечно же, хочется сказать несколько слов про краску. У нас уже сейчас готово 56 цветов, и наш колорист продолжает подбирать еще 27 оттенков. И уже, наверное, на следующей неделе мы вам покажем финальную упаковку растворителей и грунтовки, и вы будете приятно удивлены. Собственно, с этого и начнется старт продаж нашей продукции компании 128. Еще хотел рассказать об одном сюрпризе, который вас ждет, но боюсь, что данную идею могут подглядеть и свистнуть, так что наберитесь терпения и следите за анонсами. Под этим роликом находится ссылка на группу 128 «Товары для стендового моделизма». Именно в ней вы сможете оформить свой заказ на нашу продукцию. Не стесняйтесь, переходите по ссылочке и подписывайтесь. И сейчас на ваших экранах ходовая часть самоходной установки СУ-122. Над ней мне пришлось усиленно поработать, так как в процессе создания я и разрабатывал эффекты для компании 128. Как вы видите, модель получилась довольно-таки зрелищной. Вот она уехала в частную коллекцию. Ну а я в свою очередь перехожу к следующему проекту, и в ближайшее время я о нем расскажу. Еще один важный момент, о котором я хочу рассказать, это встреча двух основателей и единомышленников компании 128. Так что же такое 128? Вот как раз об этом вам и расскажет Максим, вскрывая посылку от официальных дилеров Ивата в России. Сегодня 27 марта. Я в Дмитрове, в гостях у Александра. Получили вот такую посылочку. Сейчас вскроем. Пока будем вскрывать.
расскажем вкратце, немного в двух словах о нашей компании. 128. Очень часто спрашивают нас, что такое 128. Нет, это не статья Уголовного кодекса. Нет, это не рост наш. И это не наш вес. 128 – это номер боевой машины нашего экипажа, который состоит на сегодняшний день более чем из 10 человек. Но во главе этого экипажа находятся два человека. Это Александр Бодриков и я, Тарасов Максим. Александр Бодриков проживает и работает в Дмитрове. Я из Челябинска. Сегодня мы решили встретиться. У нас есть приятный повод для этого. Мы немножко закупили профессионального инструмента для того, чтобы повысить качество покрытия нашей химии, нашей краски, для того, чтобы вы видели, что нашу краску можно спокойно, с нашей краской, нашими грунтами, нашей химией можно совершенно спокойно работать дорогими профессиональными аэрографами. Ну что, откроем? Как-то так у нас получилось, что мы с Александром объединили усилия по разработке и созданию компании, продуктовой линейки компании 128. И, собственно говоря, результат или плоды нашего сотрудничества вы уже могли видеть. Кто-то даже уже успел попробовать, потестить. Вот. О, я обращаю ваше внимание, как упаковано. Это как самурайский меч катана. Самый топовый аэрограф, ну, по крайней мере, самый топовый аэрограф, который мы знаем и который можем себе позволить, и сегодня вот держим его в руках. Что находится в коробке? Лично пробовал Кирк Либекер. Вот такое очень крутое полотенце. Ну, или, значит, его можно как применять? В первую очередь, он материал очень хорошо подходит для полировки металла. После того, как вы покрасили, почистили, протерли вот этим материалом микрофибра, очень хорошо пройтись по аэрографу, убрать все следы пальчиков там и так далее, то есть подтеки, которые остались. А это инструкция. Здесь можно видеть на разных языках описание аэрографа. Здесь стандартно для Ивата выкраска. Вот такая наклеечка Ивата. Этот ключ для того, чтобы откручивать сопло аэрографа. Ребят, ну что сказать, это Ивата. Все как всегда, идеально, все как всегда приятно, все открывается без лишнего скрежета металла. Все очень плавно, все очень грамотно сделано, высокоточно и по-японски. Триггер — это просто улет. Ну, на этом у нас пока все. Ждем вас в пятницу на пятничном пропеллере. И с вами был Александр Бодриков, Максим Тарасов. На этом у нас все. Всем спасибо. Пока.